на горизонте. Не учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись, и крышку срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Батоны нынче хреновые делать стали.
Пить как охота. Эх, квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Горизонте. Вот и ладушки, вот и хорошо. Да, настроение хуже не бывает. И гнусь кругом сплошная. Концентраты, блин, сплошные. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол горячего. Второй раз весь прибыток за месяц отобрали, скоты. А что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. Thank you.
он не денется. Thank you.
После такого везде хорошо будет. В любой дыре. Сколько тут еще дырами все чистить и чистить. Чтобы их в аномалии порвало. Иди своей дорогой, сталкер. Проходи, не задерживайся.
тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Новичков нынче, что собак нереженых. И все они лучше стариков знают. И никого на горизонте. Ничего, вот и ладушки. Нормалек. Вот и хорошо. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои прорвемся. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки и лес рядом. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все, они лучше. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Не тот. Вот дерьмо-то, а. Не тот. День коту под хвост катится. Неужто завязывать, пора? Ни хабара, никакого и приварка. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот всегда вот бы такая хорошо пруха была. Это если прикинуть. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Эх, вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть. Лучше стариков. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да. Да если еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Что же оно за выжигатель? А такой? Все-таки накоплю я на правду свой о нем говорят. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, чтобы смакаться. Свой дом, чтобы у речки. Рядом. И радиации тебе, ни тварь, ни сволочей разных. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям с вертела, скворчащий, сочный. Разбивались тут в стаи, но точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям да свертела. Вот ведь как грустно все выходит. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Да. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки. Да. Настроение хуже не бывает. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Вот дерьмо-то, а. Да. Настроение. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки. И лес рядом. Пожрать бы чего хорошего. И ни радиации так тебе. Нету. Ни тварей, ни сволочей разных. Фух. Пожрать бы чего хорошего. Фух.
Новичков нынче, что собак не резано. Да. И все. Вот ведь как грустно все выходит. Правду о нем говорят. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кино американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Вот всегда бы такая пруха была. Кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Кусок был мяса такой. 3-4 таких похода, как вчера. Тела. Да если еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Хуже не бывает. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все. Да. Настроение хуже не бывает. Эх, вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть... Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Новичков нынче. Да если еще хабар не хуже. И все. И все, они завязывают с зоной нахрен. Вот всегда бы такая пруха была. Это если прикинуть... Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано? Ничего, нормально будет. Прорвемся. Не учатся ничему. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Вот дерьмо-то, а? Ты ему про аномалии. День коту под хвост катится. Хабар. Ни хабара, никакого приварка. Пока кишки по веткам не разбросает. Судьбу мясо такой... Здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, сочный. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы речки и лес рядом. И ни радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Смотрели себе крышу срывает от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки не и никого на горизонте. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Да, настроение хуже не бывает. И что же оно за выживание? Пожрать бы чего хорошего. Правда, так ведь нету. Или брешут. Опять сапожищи хреновые подсунули. Пожрать бы чего хорошего. Что у них совсем так совести ведь нету. Нету у этих. За неделю подошве гоплык. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Вот ведь сейчас бы дома оказаться. В гамачке. Да с книжкой толковой. Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. И никого на горизонте. Вот и ладушки. Вот и хорошо. Ни о чем думать не хотят, кроме бабы. Опять сбивались тут в стаи. Но точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Хабар пошел. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, чтобы высморкаться. Ничего, нормалек. Прорвемся. И не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? И никого на горизонте. Вот и ладушки.
Вот и хорошо. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Сквозь, сочный. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Эх, вот всегда бы такая пруха была. А все-таки накоплю на свой домик. Это если прикинуть. Чтобы у речки. Ага, точно. Рядом. 3-4 и таких похода, как вчера. Нет, да если бы еще не хабар не хуже. Разных. И все. Завязываю с зоной нахрен. Как охота. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Да чтобы в нос шибал. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят. Эх, или брешут. Вот всегда бы такая пруха была. Опять сапожище хреновые подсунули. Прикинуть. Что у них совсем точно. Совести нет у этих. 3-4 таких похода. За неделю вчера. Подошве гоплык. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Чтобы речки. И не радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Эх, вот всегда а колбасу бы и батоны нынче хреновые стали опять делать. Сапожище хреновые подсунули. Что у них точно. Совсем совести нет у этих. Таких походов, да, неделю, да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Неужто завязывать пора? Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Новичку опять сапожище хреновые подсунули. Не тот уже хабар пошел. Совсем совести нет у этих. Неужто завязывать пора? За неделю подошли гоплык. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Пить как охота. Суп сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Ничего, нормалек.